Сидим, чтобы сделал, или похован. Малика же есть. А, у Малик, у тебя есть спекс масса крой, ДДшный? Я не вижу, не? Да, а, все, замечательно. Замечательно. Все тогда. Сасуны, сумоны, погнали. Да, сумоны. Ты, кстати, Майлик сделал с канцелаурой, чтобы бабл не прожимать, или просто массакру выставил? Дай столик. Давайте макро скину, потому что бабл... Да, у меня нету вот этих. Столик поставлю перед этим, перед боссом. Юи первый заходишь, там два моба стоит. Все, телепортируйтесь в обсерваторию все. Сразу хил Юи. Бафлот скинул. Андрей, слышишь? Троянский, ты здесь с нами? Да. В среду еще будет одна кара, скорее всего. Тоже не копыта. Мауч будет в идеале. Не НДСшник нам пойдет. Ты нужен будешь. Тогда. Возможно, это их КД будет, которые сейчас они идут. Если не ошибаюсь, кару надо на полу пронести. У меня попытка. Нет, надо только молчазара. Только молча убить. Окей. То есть важно сейчас убить именно двух этих боссов, а с молчем разберемся. А что барана убивать там, если вас есть силы это убить? Реакция. Да, Сацу? Че? Реакция есть? Выносить огонь. Реакция. Не знаю, я вот за один день каникул уже устал отдыхать. Я прям, мне скучно ничего делать. Салус. Голду что ли фармить, не такое? Да, такое. Гузню фармить. Ой, нет, я лучше спать буду. Я вчера 6 заходов сделал, ничего не выполнил. 5 пачек, ой, 5 чего было. Ты что, Сань, у тебя что, репетиторов никаких нету? Не готовишься? Не, готовлюсь. Типа, это 2 часа в день, я больше не уделяю. Я не хочу, блядь, я репетиторов посещал. Кучу разных. Разные кружки, блядь, посещал. В общем, не было времени играть и отдыхать. Саш, подскажи, заходы на каких боссах пить? Надо до магиям, хилам и так далее. На первом боссе, на смотрителе, аран копыта. Первый смотритель. Или аран копыта, понял. Коля, ты же здесь так тихо шаришь, да? Коль, ты можешь, пока я буду объяснять другим некоторым людям, точно делать, пойти сделать танка? А, блядь, не получится.
Не, не надо ничего делать, тогда урон потеряем. И не надо. У нас же ДКшник один, обычно два. Ну ладно. Блин, просто вот эта вот обилка очень решает купол. Ну это ладно. Так мы без нее постоянно убивали сами. Нам лучше просто больше. С ней гораздо проще. Сделать. Нет. Когда я туда зашел на ДКшник, он вообще просто убился. Очень просто. Ладно. Потом поставьте это, пожалуйста, ДК был. Ну да, 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 да. Так я же про это и говорю. Ставьте Дживса. Так. Я нечаянно нажал готовность. Ты тут в ГДК, который 2-2 ауры дает. Также ты можешь надеть, если у тебя там воля мертвых, или как этот скилл прокачан, можешь надеть ТДшное трение, если он прокачан. В принципе, и так надевай. Алло, ребят, вы еще не начали? Нет. Нет. Слушайте, нам тут сказали, что у вас 20 ДЦшки в рейде. Может, одного нам поступите или... У нас уже КД приняли. Уже КД приняли. Ладно. Да. ДЦшка сейчас тяжело будет. Смотри, насчет ДЦшника, вам главное пару боссов убить. ДЦшник в среду буду я. Ну, то есть я буду с вами. Главное сейчас здесь закончить. Все, дальше я помогу. Ладно, сейчас буду своим тактику сказывать. Возьмите все, починитесь. Всем привет, ребята. Привет. Что-то вас много тут, а. А Войт-то с вами, да, идет? Да. Он же КД принял, да. А, ну извините тогда. Да все нормально же. Ну, у нас просто тоже мне где найти, а у вас тут две, так я вот подумал. Так, смотрите, там крест стоит, вокруг креста все РДшники полукругом становятся. Все РДшники полукругом становятся. У босса есть два каста. У босса есть два каста. Кто здесь не был? Джанг, ты был вообще здесь? Все, отлично. Босса два каста. Огненная стрела и обморожение. Огненную стрелу мы не сбиваем. Милики выносят ее. РДшники просто держат ренджу. Также босс кастует обморожение. Закрытые и открытые касты. Открытые мы сбиваем под конец. Также джанг с тебя красноярс всегда на босса и на всех трех элемов. Закрытый каст мы выносим в крест. Закрытый каст мы выносим в крест и размораживаем человека каким образом. Следующий каст, который проходит огненная стрела именно, инфернальная стрела, нужно будет поднести к замороженному человеку, он размораживается. Дальше у босса при 100% маны будет особый каст. Один из видов кастов это элементали. Когда элементали мы будем убивать их слева направо, все бурсты оставляете на элементалей. На элементалей. Саня, ты ПС-ку оставляешь и так далее. Все бурстим элементалей. Убиваем слева направо. На 50 тысячах у элементаля милики перебегают на следующие элементаля. Также у нас два ночных эльфа, Петя и Юи. Первые, на первого элементаля можете отдавать свои расовые обилки, а потом оставляете их в качестве сейва. Когда я там буду говорить ник человека, его нужно будет засейвить. Тоже. Первый будет отдавать Петя, что второй Юи. Ну еще у меня смотри, есть. Как... А, и ты еще. Санечка. Тогда Петя, ты всегда отдавай Саня и Юи будете свои сейвы оставлять. На первые, когда элементы, первые свои билки, когда начнем бить элементалей, сразу отдаете. Юи, давай по Сасуне, Саня, закидывай по Джанку. Саня, закидывай по Джанку. Да, дадим лапу, подождите. Чего закидывай, Саня, не понял. Милый, 20% критали. Также этот. Смотри, Саня, как ты хилишь здесь? На всех должен сидеть щит, висеть щит. Обновляешь его только когда одна. Да не ты, блин. Мавар. Я понял. Этот. Ты хилишь. На всех должен висеть щит. Обновляешь его только когда. Одна секунда, либо когда КД проходит. Также по возможности закидываешь обновление. Исповедь почти никогда до конца не кастуешь. Кастуешь ее только в том случае, когда в человека кастуется интернальная стрела,
она уже начала в него лететь, можешь начинать с него кастовать и просто туда до конца кастой. Так больше исповедь никогда до конца не кастуешь. Только юзанул, так немного прохилил, пошел дальше. Основные скиллы, которыми ты хилишь здесь, это щиты, быстрое исцеление и молитва исцеления. Эти вот скиллы, которыми ты хилишь. Также смотри, когда появляются элементали, твоя задача всегда обязательно поддерживать на всех щиты. Когда останется в живых два элементаля, если человек, которого я назову, на нем не будет щита, тебе нужно будет в него закинуть либо зубы, либо милости уны, то есть, ну, 100% его подцелить, потому что он сдохнет, если я этот ник назову. Если на нем есть щит, то, скорее всего, он выживет. Ну, если ты там чувствуешь, что надо подстраховаться, закинешь милости уны и скажешь, отдал. Это первый из кастов. Важный. Второй каст, который очень важен, это, то есть из особых кастов, при 100% ярости. Элементали мы убьем, я думаю. Есть второй вид каста, бесконечная зима. Что мы делаем на бесконечной зиме? Подбегаем все, абсолютно все к боссу, только скипиди остается на рейдже. Женя, скипиди закидываешь самого дохлого орехи, и все бегают вокруг босса. По часовой стрелке, вот, допустим, прыгаю я, это босс, вы бегаете все прямо вокруг босса. У вас будут хилить орехи, будет Женя цепнухой всех прохиливать. Человек, в которого кастуется инфернальная стрела во время бесконечной зимы, обязательно выбегает. Также не забывайте про свои прожимки. Все нажимаете свои прожимки. На это, на бесконечную первую зиму отдаст Юи Айсбаунд, и Майлик отдаст Массакру. Нет, Юи отдаст Айсбаунд, Майлик Мастер Аур налет, и Боб отдадите первый по Жене. Все по один там могут бабл вначале нажать. А, Мастера нет, значит Саня. Саня нажмет Мастер налет. Окей. Это бесконечная зима. Саня, смотри, человек, у которого кастуется инфернальная стрела во время бесконечной зимы, ты в него закидываешь зубы. Понятно? Да. Но никто не стоит на месте, все двигаются. На месте стоит только скибиди. Все остальные бегают. Также в скибиди вы не выбегаете. Также, если видите, что у вас, допустим, летит инфернальная стрела, и есть чем-нибудь заевейдить, там, зеленку какую-нибудь поражает, там, войд в тучку уйти, нажмешь в тучку. Ну и вообще, в принципе, в тучку можете. Максимально все сейвитесь друг друга, потому что босс очень сильно бьет. И вот это по факту два каста, которые нам нужно пережить. Элементали и бесконечная зима. Третий каст, который у босса есть на 100% энергии, это венец пламени. Там все как обычки, стоять вместе. Просто. Теперь по миликам. Юи, ты будешь держать босса, сам будешь стоять спиной к кресту и будете стоять треугольником. Вот, смотри, допустим, это босс. Вот это босс, ты максимум рейнджи от него, так отойдешь. Одна пачка миликов треугольником станет сюда, в эту сторону, вторая сюда. Будет одна пачка миликов координировать Петя, вторую будет Сацуна. Вот, крест квадрат им поставил, ой, печеньку квадрат, и тебе крест. Теперь в печеньке будет бегать Пахлаван, а Майлик ты Сацуна. Все. Тут большинство все было, все знают, что дальше делать. Давайте. Ставлю рыбу. По кикам еще раз. Кто первый? По кикам. Стоп. У нас мои ты по факту Юи могут кикать. И Женя на подсейве. Короче, давай ты, Петя, первый. Юи, ты второй. Кикай. Женя, ты на подсейве, если не кикают. Я тоже буду, кстати, на подсейве. Я тоже на подсейве. Короче, Женя, ты в самый крайний кикай. Я сам покикаю тоже там. Что? Женя, если что, 6 секунд КД, поэтому ну, любой каст, конечно. Ну, Женя, ты в любом случае, да, запоминай, если что, поможешь. Так, теперь рыбу поставил. Все пейте обязательно саппороты здесь. Массовый также используйте, что босс очень больно бьет. Блин. Лок, ПСС спрашивает. Пока по СС-у давай в Мавара. По СС-у. Дай столик еще. Да, сейчас дам. Возьмите столик, тыкните. Лапу уже дали. Спрот, правда, не могу выпить. Не дали лапу. Дали. Или не на всех. Ну, сейчас не дам. Понял. Значит, на всех. Также поставь лок огурцы обязательно. Все возьмите огурцы. Припоты используйте на элементалей первых.
перед пулом можете не использовать. Джанг, ты примерно в крестик поставь. Только я крестик сейчас перенесу немного, я его задалеко поставил. Сейчас немножко ближе поставлю к центру. Джанг, ты прям в крестик поставь портал. Вот, в крестик мы выносим несбиваемый каст. Все, давайте готовность. А, я сейчас еще всем ослабление магии закину, 5 секунд. Тоже минус урон будет. Все, сейчас рыбу кушаю, восстанавливаю ману и будем гулять. Все, все готовы. Заведите босса, отойдите от ворот. Ну? А, давай я заеду. Все, побежали. Сань, а жезл сколько метров? Просто у тебя три прока сработало, у тебя сейчас все в КД будет. Или жезл короткий? Жезл не вынесет. Ну, кстати, хрен его знает. Ничего страшного, в КД так КД, это не так важно. Важно именно... Вадим, стой, пожалуйста, в Саньке, а ты по Хован в Пете. Когда надо вынести, вынести. Джанг чуть-чуть с Маваром Джинджу больше держите. Рановато, не сбивайте раны, кастрюля. Больше урона носить. По Хован выбеги. Хорошо. Юэй, отбеги. А вы в курсе, что у нас рестер-шаман за воротами? Блять, ну красавчик этот рестер-шаман, молодец, выходим. Зачем он готов жмет тогда? Я не жал готов. Я-то ходил, я говорил, что я отошел. А, блядь, падать. Не знаю. Мне почему-то показалось, что ты готов, написал, все готовы. Нет, я сходил бабушке наливать первое, сказал, я отошел. Ну ладно, я не слышал, честно. Ну, если ты говорил, то извини тогда. Не вставайте, или со мной сейчас самое. Главное, чтобы ты не сдох, Женька. Санника, у тебя есть СС, чуть что встанешь через СС. Ну, у нас по урону хорошо сегодня, кстати. Будет. Жень, с тебя будут кастерские ТТМ. Какие? На СПД? Ну, да, кастерские. Yeah. Скорость каста. Так, тотем просто все ставят, просто резист, файр резист ставят? Не-не-не, это не ставь, это у нас Санька есть и Майлик. У вас у нас 3-1. Да шо он убить не может, лох тупой. Санька, вот видел, инферналка кастуется в какого-то человека. Да я видел. Вот, этого человека можешь тогда через исповедь просто на фул туда хилить. А так исповедь ты до конца почти никогда не кастишь. Понял. У всех остальных случаев. Ну я смотрел гадик, случай, как убьет. Ну я тебе именно за ДЦшника говорю, здесь от тебя очень сильно зависит. Как на упрощение босса. Потому что если делать неправильно, то ДЦшника мало толку от него будет. Ну пора. То есть твоя задача, в принципе, в первую очередь сделать так, чтобы все жили, и Женя уже плюс прохиливает. Ну, типа, если еще получается при этом хилять, то ты вообще прям крутой ДЦшник. Ну, как бы я, то моя задача больше все жили. Всегда. А второй хил уже плюс отхиливает. У меня ДЦшник послабее еще, чем у тебя. Ну, сейчас. Не, тут надо к троху притыкаться, потому что, да, тут такой босс не просто хилить, все подряд закидывая. Тут надо интуитивно много чего делать. Ну, тут же соплей можно же хилить? Соплей, ты, про молитву? Конечно, нужно. Ну, да. Ты мне просто сказал, типа, она... чем мне пользоваться. Ты мне сказал, чем пользоваться молитвой исцеления. Основные скиллы, которыми ты хилишь, это щит, молитва, вот как раз-таки вот эта вот сопля. И... А, сопля, и... ты мне просто сказал молитва исцеления, которая 5 человек. Я такой еще такой задумался, в смысле. Ну, я перепутал. Не этой обилкой. Которая, ну ты понял, короче. Да, я понял, тебя сразу понял.
Восстановление, которое. Да, да, да. Перепутал. Название скилла перепутал. Сейчас шатаем. Будку сломаем. Кто-нибудь другой может заявиться, да, чтобы меня пареньки не прокали? А, отлично. Женька, отойди. Там мог, как его рога вызывают. Ну и так. Маздис полом. Только каких-то бафов не хватает. Маздис полом самое оптимальное просто. Все, разбежались. Также. Блять, я ослабление магии сейчас закину. Ну, что для вам хороший скилл. Так, погоди, я тебя не прослушал. Что за метки трусы? Трусы ромб. Это куда, где инферналы стоят? Да, да. А крест это куда выносят развораживаться. Да. Да, да, да. Да. Кастует омражение. Мавар, Санечка, держи ранжелот всех. У тебя щит был? Тебя что-то больно пробило. Ну, если... Да. Мейлик выбежал. Пахован, выбеги в крест. Крест. Ага, молодец. Юи, подбеги к кресту, разморозить. Мейлик, выбеги, Вадим. Санька замораживается. Пахлаван, выбеги. Снова пахлаван. Можешь зубы в пахлавана закинуть. Хорошо. Собью. Фамильяры. Приготовились бурсты нажимать. Побежали мелики уже. Милости луны не забывайте кидать. Бурсты прожали, Саня, поддерживай на всех. И припоты нажмите. Ты на всех щиты должен поддерживать. Да, да, да. Милики, приготовьтесь. Побежали бить следующего. Убедим Овар нормально. Хики Юи. Определенно, Мавар, Саня, посмотри, чтоб тебя был щит. Сацуны, Скибиди, нормально. Пахлаван, Мейлик. Джанг, 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 прожмись, на Джанка что-нибудь закиньте. Луну откинул, отдал. Пахлаван. Юи, нормально. Мейлик. Вот человек, если на него немцы считают определенно, то ты его с чем-нибудь сейвишь. Юи. Еще раз Юи, Юи прожмить, то больно прилетит. Мейлик. Еще раз Мейлик, бабл, Вадим, быстрее. Хорошо, Сацуна. Мейлик еще раз, Мейлик чем-нибудь засейвить, нужно отдать что-то ему. Хорошо, молодцы. Сбей. Кас сбил, я сбил. Ладно. Мавара заморозить нужно, Мавара нужно разморозить, следующий человек, Женька. Сбей. Ничего страшного, не... А, успеешь, молодец. Красавчик. Войд. Юй. Собьем. Ладно. Определенно. Я собью. Угу. Юй, отбеги назад. Скиби. Женька в крест. Вадим, выбеги. Венец пламени, все на месте, станьте по меточкам, друг, чтобы по два человека залетало. Хики. Нажми US bomb. Никто не двигается, напоминаю. Убить нет. Собьете? Сбить. Только раньше рано не сбивайте, ребят. В последнее время сбить. Пахлаван, надо разморозить Мейлика. Бесконечная зима, все под босса. Бегайте по часовой стрелке. Сацуны по скибиди закидывай. Инферно, Джанг выбежал, Джанг выбежал. Прожмите Джанг, что-нибудь. Юи выбежал, и ну прожмись.
Жанку закинули какой-нибудь сейф? Да, я милость. Ладно, пробуй. Но милости мало, зубы закидывай. А, зубы когда? Я же говорил, вы сейф. А, ну ладно. Ты же говорил, да. Значит, соло сокровища закидывайте. Ну, пробуем бить, нормально, ничего страшного. Похлан выбежал. Сильно страшно, еще ничего. Войд в крест, войд. Саня, надо разморозить Войда, не успеешь, ладно. Фамильяры, ой, это пизда. Геру будешь давать, Женя. Посмотрите, или нет. Геру отдавай, Жень. Женя прохил. На третьем надо будет кем-нибудь ставиться, ну, какой-нибудь пара шамана. Милики, идите следующего, бейте. Мавар определенно нормально. Определенно. У меня. Блять, у меня глыбы нету. Ну все, мне пизда. Падайте. Смотри, Санечка. Не только Санечка. Если я какого-то называю, кого выбежать, закидывайте в него все сейвы, какие только есть, чтобы он выжил. У него, значит, летит инфернал, как во время бесконечной зимы. А еще Саш, смотри, Санечка, я говорил, ты выдели третьего инфернала, и пока он кастует, кидай в того щит больше. Потому что он ебашит сильнее всех становится. Женька, так это не, там не так это работает. Там есть щит, ну, то есть он сбивается, есть прокинул. Какое-то время, что нельзя щит кидать. Так уж можно сейвить его. Я же начал хилить заранее, когда он ебашит в кого-то. Я выделяю этого человека и вижу, в кого он ебашит, и чай его хилит сразу же. То есть получается, пока он... Не, сейчас не в этом была проблема. Сейчас проблема была... Вот я типа спорю, ну, как я так хилил за детишком. Ну так мы же с тобой хилили. Сейчас ему нужно немножко притыкаться просто. Сашка, и это, не бегай туда-обратно, как угорел. Ну, стой просто, хили. Что ты решил это бегать? Нет, ты как раз таки без боба, Санька, ты можешь бегать и хилить как раз таки. Так что все нормально, ты делал. Я не когда зима говорю, а когда вообще стоит. Да, Сашка бегает туда-сюда. Как угорело, бля, по карте. Книжку, бля, потерял, бля, ищет бегать, какую взять. Ладно. Все, побежали? Все нормально было для первого раза, в принципе. Смотрите, ребят, еще такой момент. Вот сейчас зубов не было. Нужно зубы будет только сказал, оценить. О, я отдал. Нет, так ты красавчик, ты благодаря зубам засейвил человека. Если ты их не отдал, когда я сказал, там человек, скорее всего, сдох. Поэтому. Я два раза милость отдал. Ты красавчик. Также милость отдаешь, как только начинаем бить босс, как только появляются фамильяры первые, сразу же закидываешь милость первую в Джанка. Потом, когда уже лодка удавнится, ее не закидываешь. Я буду говорить, в кого. А Петя всегда прожимает, извиняюсь, просто... кот. Я в Джанке ни разу не закидывал милость. Ты просто говоришь, кого-то подсевить, она хоп, милость отдам того, в кого подсевить, и говоришь, все. Ну, да. Смотри, просто когда появляются фамильяры, наша задача их максимально быстро убить. Твоя милость Джанку до хера урона дает. То есть ты можешь у него со старта закинуть. Все, понял. Я им просто ПС-ку отдал. Там что на... И ПС-ку, и эту хуйню закидывай сразу. Все закидывай, пусть дамажит. А, ну все, хорошо. Ну, короче, на зиме живем. Сейчас нужно разобраться. Человек, у которого инферналка залетает, его нужно будет по-любому подсейвить. На крайняк, ребят, на крайняк. Еще можете в него, если есть свободный боб, закинуть. Если там... Нужно быстро реагировать. Там, говори, если что, нету зубов, то сразу лучше боб закинем. И он выживет. Да, да. Вопрос задать можно? Ну давай, быстренько. Как вы диспел сразу давали? У нас дуб почему-то меняет постоянно таргет. Наконец. Смотри, подожди, пока он почти добежит до цели. Сколько секунд? У нас он бил уже цель. Ну вот. И цель, вот он бежит до цели. Бежит до цели, почти добежал. Вот ты, когда уверен, что бежит в эту цель, можешь диспелить сразу. Все, окей, хорошо. То есть, когда видишь точную цель. Чем быстрее, тем лучше. Все. Ладно. Готовность.
Также, Джанг, не забывай, у тебя есть расовая дренея. Ты должен обязательно тоже прожимать во время бесконечной зимы. Ну, алло. Блядь. Разбегитесь, все разбегитесь. Ой, блядь. Алло, шпеды. Блядь, ну... Кто так заивейдил красиво? Мне сказали выйти, а кто-то решил зайти вместе со мной. Блядь, тьма палата. Падайте. Ну, ничего страшного, давайте только не будем время ступить. Сань, через 20 минут, я мне надо будет идти минут на 10. Ну, значит, кого-нибудь возьмем из Троянского помощи. Я перекурю, сделаем, да и все. Все, главное, что стрелы, и это все выносится красиво, поэтому... Момент. Вы какие косты сбиваете? Все. Обморожение. Так все или обморожение? Обморожение только сбиваем. Все обморожения только сбиваем. Которые сбиваются. Покушайте рыбу. Кто там? Блять, пропало у нас. Ну ладно. Давай все-таки я заивейжу, у меня просто 100% вариант, у меня дальность атаки выше. Все, и не подходите к дверям пока. Санечка, ты где? Вот. На тебя баф не достал? МП5. Каски нет. И лапки, наверное. Или лапку дали. Все есть. Далее. Я вам сам даю. Все. Сейчас я ману восстановлю. Блядь, поманюсь. Куда вы побежали, ребят? Тут полный. Да не бегись. Так а что мы ждем, я не понимаю, блядь. Ну, типа, зачем вы встаете, если нас резают, блядь? Ну, типа, у всех времени мало, вы хуйней занимаетесь. Паника, Вадим, паника. Какая паника? Сейчас. Зачем вставать? Вот. Дурак, потому что... Чё ж собираете? Ладно. Как только появляется фамильяр, напомню, первая милость Сион, ее и закидывает в Сацуна. Прям со старта, как только фамильяры появились. Каст сбил. Юй, выбеги. Джан, прийти. Джан, подмозгление. Юй, побеги в крест. Да не, пускай так стоит. А, все, все, красавчик, Мелик, выбеги, выбеги. Он снял. Хорошо. Он через зеленку. Венец, отлично. Встаньте по меточкам. Хуан, щит, все, закинь. Петю заморозит. Как сможете, разморозите Петю. Все, закончился, да. Хуан, если такая ситуация будет, ну, то есть, как стоит рядом человек, и он не может двигаться, ты отбегай тогда. Ну, чтоб по троим урон не прошел. Джанг, крест, быстрее.
Ну или плюс-минус. Боб по джанку закинешь, Майлик, ты. Поскибите все под босса. Боб по джанку, закидывай. По определенному нажму глыбу. Мне ничего не надо. Сацуны зубы закиньте. Сацуны зубы. И выбеги, Сань. Мавар. Хорошо. Отлично. Скибиди. Интерналка. Хован, у тебя единственный сейчас остался Боб. Если что, еще одна зима закастуется, ты в скибиди закидываешь. Морожение, квест, выбегу. Джанг, а, каст, мне не надо ничего. Венец, нормально. Буду стоять тогда. Саня, если будет все плохо, гимн нажмешь. Хорошо. Заряд отошел, я теперь бить не могу. Я чуть назад. Все, мне не надо. Угу. Пахован, крест. Нужно будет разморозить сейчас Пахлована. Он в кресту стоит. Кого инферналка? Следующий ник. Войд. А нет, не Войд. Войд тоже в крест. Войд в крест. Блять. Войд. Сбилка. Саня, крест. Саня, крест, быстрее. Петя, крест. Петя, Петя зубы, Петю прохил сразу. Зубы когда? Блять, не успел. Ничего страшного, гимн успел, кстати. Отдали бурсты свои. Жень, дай Еру похуй, чтоб никто не сдох точно. Первый каст, Саня, собьешь, если что. Ага. Кто-то бегает. Меня поднимите на фул. Джанг Юи, нормально. Сацуны. Два в Сацуны летит, Саня, что-нибудь, какой-нибудь сейф. Войд Юи, определенно. Юи. Скибиди Войд, нормально. Войда 2 летит, Войд, прожми точку. Определенно один, внимание. Петя, Юи, Скибиди. Скибиди. Женю надо засейвить. Пахлаван. Петя. Мейлик, Сань, щит на себя, Вадим. Сацуны. Определенно. Петя. Войд. Петя, в Петю сейв, быстрее какой-нибудь, любой. Да, как. Зубы отдал. Эмоции, эмоции. Мавар. Все, продолжаем бить. Мавар, выбеги, Саня, выбеги. Не беги через всех, Саня. Молодец. Красавчик. Джанг выбежал от людей. Главное. Петя выбежал. Каст. Собьете? Женя. Есть? Говорите, если сбить надо. Женя снова. Мавар. Женя снова. Женю на фул. Женю на фул. И какой-нибудь сейф ему. На всякий случай. Бесконечная зима, все под босса, а Боб по Женя, Пахлаван. Пахлаван, выбеги, можешь бабу прожать. Выбеги. Красавчик, определенно глыбу нажму. Глыба, глыба. Блять, чё глыба не... Джанг. Не нажалось. Инферналку в джанг. Ладно. Занесу. Тебе. У меня глыба не нажалось. Витя. Сбегу. Ладно. Без меня. Скибиди. Войд. Блять, я бомж. Женя, да, снова. Джанка, каз сбить. Венец пламени, отлично. Вот встаньте по местам. Сацуны обморожение, просто бьем. Войд инферналка.
Джанг инферналка прохилова. Скибиди тоже инферналка. Мавар, кас нужно будет сбить. Похвала на инферналка, выбеги. Хорошо, красавчик. Скибиди. Войд, закастуй гимн на ману. Женя полностью почти без маны. Кас нужно сбить. Войда прохил. Мавара. Саня крест. Саня кресту. Ближе. Хотя бы чуть подбеги. Молодец. Похулан тоже крест. Юи, подбеги назад, просто двоих сразу разморозь. Похулан бобл. Под босса. Боб. Все, что здесь нажимайте. Чтобы засейвить и да, было босса. Джанг, выбеги. Джанг, выбеги. И джанг, джангу зубы под сейф его, если есть. Любой. Инфисосуня, выбеги. Саня. Блять. Добивайте. Прохилитесь, добивайте. Я зубы Джанку отдавал. Число хилишь. Все нормально. Все, главное все прохиливай, и ляму бьете. Сбейте каст. Саня опять. Саня, сейв Сасуны любой, закиньте все, что есть. Нет. Хорошо. А четыре раза. Нормально. Блядь. Я сокрою отдал. Каст. Каст, бить. Каст. Мавар, блядь, добивайте, просто добивайте 50к. Красавчик. Ой, ГЦ, ребятки, касал. Смотрите, какой короче, парень. Я пока вы тактику будете говорить и трещить, я отбегу брата заберу. Ложкая шея какая-то сладкая. Ебой. Какой плащик. Успел я... Ну, это из тоже я обосрался. Если что, я были в 25-ке, снял бы себе ебать. Мне почему-то зубы не прожалось. Чану вроде как не КД было. Может пару секунд там осталось. Массакра, конечно, наверное, пала вообще. Так бы я просил бы себя подсейвить. Бурсы вовремя дали, я считаю. Иначе бы... Плюс не нажал много чего, блять. Короче, я лошара. Сейчас бы. А чё, у тебя грубо КД была, что ли? Ты чё там замешкал? Похован, давай в танк. А больше сакра нужна будет или нет? Да, да, оставляй ее. Оставляй. Нужна будет. Да что-то так ощутимо, ну, где-то почти 500 ДПС минус сразу от спека. Там не хватило чуть-чуть, там не хватило, и ощущается. Я считаю, все равно нормально брустанули по таймингу, что там чуть-чуть осталось бы одного, чтобы прохилить на следующей фазе, чтобы не доживать. Это обзор на во время зимы инферналка была очень неприятная. Нормально. Прожили само. Красавчик, Саня. И Женя тоже красавчик. А Женя вообще бля, не вот... сказал. Бля, вот думаю. Нужно ли мне КД на ДК? Я могу зайти сюда на ДКшника, мы с похваланом потанчим, а Юи прыгнет в ванхолика с дополнительным еще одним щитом. Аж похилишь один меня на бабушку, хоть и там от самого тарелку брать. Да, да, трэш я похилю, иди. Так мы уже сюда дома бастрим. Смотри, ты как считаешь, Петя? Ну я считаю, что это будет профитнее. То есть Юи заспекнуть ванхолика вместе с еще одним хитом антимагическим, мне зайти на танка, и мы с похваланом потанчим. У нас еще Санька с отцом сейчас отойдет, да? Ему там на 10 минут надо. Он уже... Кого-то на комнату вроде как отошел. Че, нужна будет помощь? Кого ты ставишь на комнату? Вот это хороший вопрос. Ну, ты точно закрывал комнату Войда? Войд закрывал комнату. Подожди, пока мистер Бонд не знает, будет на помощь. Данг, ты был здесь? А, ты как в PvP играешь? Нормально и PvP-шер, не PvP-шер? Не умеешь вообще? Ой, ну тогда тебе тяжко будет.
Давай, наверное, Джанг, мы вместо Рабонда, вместо тебя на этого босса закинем. Он тут на комнате был. Но я сам скорее. Проблема в том, что вот эти три человека дамажить не будут. Ой, как это будет. Я знаю. Я знаю. Ну, два эрпала плюс фуриар должны этих бесов разбивать в пух, и будет много времени бить босса. Плюс кливы будут его дамажить. Ганг, ты все понимал, это самый сложный босс здесь. Очень важный момент, что умеете закрывать комнату. Я, скорее всего, тоже пойду сейчас на ДКшника. И долгонок автоматически одному человеку пойдет. Потому что важнее сейчас проходку сделать, чем тыкать ради долгоного здесь. Оставаться траить миллион лет. Хорошо. А проходку как ты будешь делать? Подожди, пока не улетай. Я же не говорю, пока улетать. Ты пойдешь на Мауча, в том-то и дело. Да, можно покурить. Немного. Я вот думаю, как профит мне сделать. А вот кого в комнату будет закидывать, Сань? Там же метка на него станет или нет? Или мне надо предугадать? Я объясню. Объясню этот момент. Я просто думаю, как лучше сделать сейчас. Короче, Войд пойдет в комнату, Петя, ты пойдешь. Я видел, что вообще палов кидает туда. А, давай, Вадим, ты, в принципе, палом там, да, просто. Ну, типа, я вижу, там один палов отдаешь, что-то там, ну, я не... Я объясню, что делать. Да, давай ты, или лучше Петя оставить паладин вместо тебя. Ты кем, ты собираешься кем быть, анхоликом здесь, да? Я? Да. Ну, если на танка пойду, то да. Если нет, то... Смотри, Юю тогда спекается в анхолика, да? Хуйня зачем? Да, я могу, в ГДК спекнуться, не проблема. Ну, так, смотри. Для заливания трэша нужно 2 миликлива. 2 эрпала, фульвар эрпал. Анхолит ДК, конечно, тема интересная, я не знаю, как он будет дамажить. В принципе, дотки должны жрать, плюс бродячка прокать, это служи, и эрпал будет повышенный урон наносить. Вот вдвоем они трэш тоже должны, по идее, забривать. Сейчас рисуно, давай иначе этого. На рыбу, во-первых. Рыба сопроту, меня на ДКшник. Так, рыба сопроту, может быть, нужны кому-то еще будут. Ты ставишь меня, Войда и еще одного эрпала, да? Ой, подожди, а если поставить Юи на это, он ж вдали типа может дотки накидывать на комнату. Или он на комнате не очень. А, кто-то да, нет. Погоди, ты думаешь магом? Смотри, если ты магом остаешься, да? Я могу и магом остаться, мне похер. Мне главное, чтобы это было лучше. Ну, то есть, как нам лучше будет делать. Мне так похер вообще. Можно попробовать маг, а дальше уже думать, чего нам не хватает. Ну, давай. Потому что, мне кажется, если ты магом дамажишь, а ее танчит. У тебя у ДПС такого нет, да? У меня двойной ДПС хороший. У меня ж этот постоянный есть. Нон-стоп. Да, глубокая заморозка, этот скилл, который дает очень да? Ну. Тогда у вас в шесте, да, тогда нормально. Ты будешь периодически примораживать и ауешить. Сацуна застанил, ты начал ауешить. Но нам надо будет с тобой меняться на комнату, либо с тобой, либо с кем-то другим. Зачем? Ну, потому что я ж не Глад, я не был, скажем так, магом в комнате, я не закрою комнату без... Ну, хорошо, давай, ты две комнаты закроешь, а дальше я тебя заменю, и все, и дальше будешь стоять, а уешить, и все. Ну, да. Смотри, Жанг, ну, давай попробуем один трай, попробуешь закрыть комнату, смотри, в чем сложность комнаты. Так, я бегу на минуту, ты. Да. Сейчас вообще все придут. Я объясню все.
Вот. Три человека на комнате — это крест, луна, квадрат. Это будет три человека на комнате. Крест будет Void, квадрат будет Джанг тогда, и луна буду я, маг. Вот я все, кто здесь присутствует, готовы. Женька. Женька, знаешь, что делать? Жень, ты можешь, в принципе, ненадолго отойти. Мне нужен Юи и Пахлаван. Так, Петя, в принципе, Петя с отцом, знаешь, что делать? Ладно, в принципе, расскажу людям, которые на комнате, что делать. Джан, смотри, на комнате, что будет на комнате? Вообще, у босса есть несколько видов кастов. У тебя может повеситься два каста. Вот такой каст, семя порчи, это просто ты не должен получать урон от бесов. Ну, это, что это значит? Бесы в тебя прилетают, Бесы в тебя прилетают, ты их, получается,